дождик захватил меня в беседке. Пришел половить рыбу, закинул удочку и вот он такой дождик. Довольно приличный. А здесь в беседке сухо, хорошо, но скучно, Марсика нет, Жорика нет, вот со мной одна рыбка, вот видите, вот я с ней и коротаю время, а так приятно, хорошо. Вот сад в дождь. Я никогда не показывал сад в дождь, потому что в дождь я убегаю. А сейчас вот, земляне, специально для вас эксклюзивное видео. Конечно, обзор вот сколько я могу. Вот покажу. Вот дорожки мокрые, а здесь сухо. Я по-летнему вот в шортах. Здесь вполне сносно. Смотрите, что творится. Видите? Куда-нибудь ставлю этот маленький ролик, какое-нибудь видео. Просто так. Потому что у меня никогда не представляло случая поделиться с землянами именно вот такую погоду и снять маленькие эксклюзивные видео. Представьте, как здесь красиво. Вот я сажусь сюда и наблюдаю, видите? Вот. Вот у меня удочка в руках. Там дождь льет сумасшедший. А я ловлю рыбу. Ну, конечно, еще раз повторяю, жалко, что нет Марсика со мной. Позову, наверное, его как-то. Но дождь утихнет, потому что я в одной майке, а туда бежать по такому дождю сейчас, конечно, не очень. Да и Марсика мочить. Ну, сейчас, наверное, сбегаем. Пожалуй. Пошли. Пошли. А то без тебя тут... Ой. Немножко промок. Чуть-чуть. Марсюха, тут рыба такая ловится. Иди покажу тебе. Глянь. Глянь. Быстрее. Марсюнчик. Вот, зафиксируй. Охраняй теперь. В общем, я начал снимать, Марсюнчик, ролик. И знаешь, как вот кусок горла не лезет, когда на тебя кто-то смотрит. Так вот и мне. И рыбалка не пошла без тебя. А сейчас мы их в два раза больше наловим, во-первых. Вот я сейчас перекину удочку. И что у нас тут? Спуталась. И, Марсюнчик, садись. Вот, умничка. Хорошо, уступил место хозяину. Ну, я хотел сесть, но ты-то поважней. А я перекину удочку. Удочку. Дождик немножко утих. Марсюнчик со мной. Марсик, да сиди. Он как увидел камеру, ему сразу неудобно. И сразу стал таким прям культурным. Че ты, мне место уступил? Сейчас. А так сейчас клюет, Марсюха. Подожди, выловлю рыбку. И тогда посижу. Немножечко отдохну. Сейчас пока немножко закину. Смотрите, как небо какое. Еще раз показываю сад. Вот. Видите, как аж потемнело сразу. Ого, и молния. Люблю грозу в начале мая. А вон там проясняется. Марсюнчик, ну что, тебе нравится со мной? В дождик мы ни разу с тобой не ловили. Марсюхин. Ну что? Нет.
Еще раз. Сейчас поймаю рыбку и тогда Марсика угощу, если маленькая будет. А если большая, в садок посажу. Клюет. Не хочется и видео длинное делать. Но хочется показать тот момент, когда рыба поймается. У Марсик есть в нетерпении. Вот, жди. Молодец. Он сначала меня видел, уступил место. А потом видит, что она свободная. И говорит, свято место, пустым не бывает. Ну, ловись, рыбка. Не хочет. Вот уже и дождик заканчивается. Хотя смотрите, как красиво водичка. Миллионы капелек. Марсик, тебе нравится в дождик? Марсюшки. Ну, где ты? Ну как, хорошо? Вот. Ну хорошо, что я за тобой сбегал, да? Промок немножко, ну ничего. Он переобулся, видите? Надел туфли. Зато мне теперь не скучно с тобой. Ты хрюкаешь, а рыбка на хрю-хрю приходит. Глянь, что там. Что ты так глазиком? Марсюнчик, такой серьезный. Засмущался. Марс, ты еще и смущаешься. Я думал, ты у нас такой, знаешь, оторва. А у тебя еще и смущения какие-то. Да ладно, мы с тобой одни здесь. Нет, не одни. Вон еще рыбка. Втроем мы. Вот сидим мы с Марсюшей. Я сижу на корточках. Видите, вот так вот. А Марсюнчик вот. Ну, ему лучшее место. Я еще молодой и на корточках посижу. А Марсюнчику уже 4 года. По собачьим меркам он уже у нас взросленький. А Александр Док еще. Ну, правда, сказали, что старенький дедушка. Там в одном комментарии кто-то старенький дедушка. Слышите, я думаю, а какой же еще дедушка должен быть? Молодой дедушка. Это как сказать, знаете, юный мальчик. Так и тут старенький дедушка. Ну, старенький, значит, старенький. Значит, есть тогда, получается, что и молодые дедушки, а я, вот, получается, старенький. Не знаю, комплимент это или человек хотел меня уколоть, но я вспоминаю, когда к Михалкову, к старшему, ну, который написал гимн Советского Союза, помните, дядю Степу, вот, к нему приехали на юбилей, ему было, по-моему, 98 лет, и к нему приехали корефаны, друганы, одному 102 года, другому 98, как и ему. И после бенефиса, там, или концерт что-то был, было, они собрались в гримерке, пришел оператор и стал брать интервью, и у одного из них спросил, а вот что у вас самое вот, ну, такое вот знаменательное, что бы вот вы вспоминаете с содроганием, ну, как бы вот, вот для вас самое-самое. Он говорит, эх, мне бы мои 60 лет. Вот понимаете, человек не сказал, мне мои 18 лет, там, или 20, он сказал, мне бы мои 60 лет, а мне всего 65. Так что, как-то так, земляне, старенький дедушка. У нас рыбка, видите, вот она, на крючке. А я вам выдам секрет. Вот я ж не могу, например, снимать видео 10 минут подряд, когда клюнет рыба, когда она там зацепится и вытащите. Это будет очень длинное видео. Я что делаю? Ловлю рыбу, достаю камеру, она у меня в кармане. Потом эту рыбу, видите, смотрите, вот туда бульк, воду. И потом раз и вытаскиваю. Ох, как будто бы я поймал рыбу. Понятно? Непонятно? Еще раз повторяю. Вот. Опускаю, видите, поплавок, и говорю, вот удочку показываю, говорю, о, клюет меня, и раз, видите, и
Вот такой маленький фокус. А тут рыба еще интересная. Ну, конечно, одной рукой неудобно мне это все. И смотреть на экран, и на рыбу, поверьте мне, очень неудобно. Марсенчик. А рыбка-то интересно поймалась. Видите как? Гляньте, куда. Не в рот, а за жабры. Марсюха, ну, у нас уже две рыбы. Я, конечно, марсунчику не могу дать с крючка, потому что он проглотит с крючком, потом лезть в рот и в него доставать крючок, поэтому я вынужден что? Положить, во-первых, удочку, потом исхитриться одной рукой снять рыбку, другой держать камеру, а третьей рукой снимать Марсика, как он смотрит на это все. Вот, смотрите, оп, и тут же, ну, земляне, придется выключить. Я снял. Смотрите, какая рыбка золотистая. Марсюха, вот тебе вторая, чтобы тебе не скучно было. Сиди теперь, охраняй. А я буду ловить дальше. Вот, видите, как Марсик завеселел. Смотрите, сразу закружился. Вальсом прямо, а? Марсенчик, веселей, когда две рыбки. Сиди, охраняй. А мне ж надо выключить камеру, нанизать червячка и продолжать ловить марсючек. Что я и буду делать? Стою, ловлю. Марсенчик культурненько сидит. Он как сказал, сидит. Видите, какой он у меня воспитанный сидит. Вон, смотрите, мотыль. Все целое. А почему я мирку не взял? Сейчас бы уже ни мотыля, ни червей, ничего бы не было. Все это бы уже было растерзано, растреплено. А Марсик нет. Марсенчик, он знает, что мотыль, я сказал мотыль, это опарыш, он знает, что каждый опарыш это рыбка. А Мирка думает, что каждый опарыш это маленькая рыбка. И она ее тут же съедает, не дает ей вырасти. А Марсик-то он уже мудрый. Марсенчик, сколько ты уже со мной на рыбалке, а? Уже третий год? Да, Марсик? Это Марсик. Положу удочку. Марсюха, я ж тебя спрашиваю, сколько лет ты уже со мной на рыбалке? Отвечай. Ну? Ну, вот ты скромня. Вот скромняшка. Ну, третий год же мы с тобой, да? Ну, да. Третий, да. А с Миркой только первый год. Ну, что тут у нас? Если... не. Хотел сказать, что если рыбка, то покажу, как я вытаскиваю. Ну, вы уже видели, как я вытаскиваю. Сначала я ее ловлю, потом кидаю в воду, а потом достаю второй раз из воды, потому что иначе очень долго ждать. Вот, вот клюет, 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 ну что, и пусто. И таких поклевок тысяча. И если я все поклевки буду снимать, то видео будет длиной полчаса. Они и так у меня затянутые видео. Да, Марсильчик? Затянутые же видео у нас. Марсюха. Марсюнчик. Вот он всегда в скромности или потупливает взгляд, или в сторону отворачивается. О, земляне. Смотрите, я снимал Марсика, правой рукой держал. Гляньте, монстра какого выловил. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас приближу. А? Ну что? Гляньте, два раза крупней крючка. Сейчас снимем. Сейчас, сейчас, Марсюха, все. Сейчас снимем. Вот это я тебе отдам. Все, Марсюнчик. Подожди, подожди, вот она. Рыбочка. Спокойненько. Все, все тебе будет. Все, вот, все. Что, думаешь, я тебя обману, что ли? Вкусненько. Даже не почувствовал. Он хочет вот этого. Вот ему. Вот этого. Но это потом. Это мне. А тебе маленькая. Ты ж маленький у нас еще. Иди, садись. Садись, Марсюха, жди. Давай, вот умничка. А я буду закидывать опять. И опять будем ловить. Ну, я, наверное, закончу видео, потому что... Ну, а что? Дальше мы понесем эту рыбу туда, в садок, достанем, положим ее. Это я уже миллион раз показывал. Вот я, собственно... Хотел снять маленький коротенький ролик, как я сижу в дождь в беседке. Ну, маленький и короткий ролик.
у нас не получился. Никогда не получается у нас маленькие короткие ролики. Не обижайтесь, земляне.